Так, ну что, приехали мы вот в больничку. Он, Кристина, мой автоводитель, автопереводчик. Так, что тут вот? Адреса. Где так, наш? Мы приехали вот к этому доктору. Урлихшалер какой-то. Как-то так. Я локацию потом вам еще прикреплю. Чик-чирик. На первом этаже или на второй нам? На второй. Как бы первое, Эргешонс, да? Или нет? Эргешонс, это где мы нашли? Да, это типа первый по-нашему. А по-ихнему вот он первый этаж. Так что вот, Кристинка пошла. Давай все, с Богом. Короче, была трубка там висела, пристегнута вот сюда вот. Короче, чтобы вы понимали, она висела до пола, метра полтора. Уже чуть-чуть спать хочется, прошло минут 10 после того, как мне ввели наркоз. Я так понимаю, наркоз не сильный, поэтому не сразу меня. Уже когда делали операцию, два раза отдохнул и все, брык, спать. Так, вот катетер мне поставили. Как-то так, но никак иначе. Всем привет. Хитры, я вас люблю.